Если медицина лечит человека, то ветеринария – все человечество. Под таким лозунгом сегодня стартовал первый форум ветеринарных врачей Севера России. В Ханты-Мансийске собралась сотня лучших представителей отрасли из Югры и Ямала, Москвы и Екатеринбурга. На онлайн-связи ветеринары Новосибирска и Минска. Подробности узнаем у Павла Желтова. Каждое животное в Югре должно иметь владельца. Именно это утверждение стало первой темой на форуме ветеринарных врачей Севера России, который стартовал сегодня в Ханты-Мансийске. Речь идет о новой правовой конструкции, принятой в Югре, согласно которой к 2025 году будут достигнуты вот какие показатели. Учет домашних животных достигнет 100%, численность животных без владельцев по отношению к общей численности животных снизится до 5%, а обеспеченность приютами для животных достигнет 95%. Впрочем, форум, на который приехали около сотни ветеринаров со всей России, а онлайн участие принимают еще большее количество специалистов, продлится 2 дня. Поэтому на площадке форума будут обсуждать и другие насущные проблемы ветеринарии. Это абсолютно профессиональный диалог, как и я сказала. Мы обсуждаем наши планы профилактических мероприятий, решаем прям четко, узко поставленные задачи, которые стоят перед ветеринарной службой Югры. Кроме того, на полях форума будет подписано соглашение о сотрудничестве между Югрой и Ассоциацией практикующих врачей-ветеринаров России. Павел Желтов, Юрий Гурьев, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск.